Так, Ирина. А марка автомобиля? А марка какая? Рено. Кенгу, по-моему, там или что-то такое у него. Пирожок там какой-то. Так, иди на шестое число, ждем. Ага, сейчас так. А, чтобы вы понимали, мы сейчас организовываемся для 6 числа. Так. Да. Еще один впишите сразу на 6 число. Вот здесь все будешь писать. Нет, я имею в виду вот номер машины Газель. Сначала заполним, что привезут. Так. Так. Унитаз. Унитаз вместе с Левой завезем. Ага, все. Я понял. Тогда проходим. Я везде тебе открываю. Смотрим. Так, ну и так далее. Так, ну, да, ты уже на съемках, да? Вот, так. Ну, что хотел бы сказать, дорогие друзья. Сегодня у нас как раз организовочный день. Сегодня 30 число. Вот. Сейчас мы делали на охране вот буквально вот так выглядят пропуски на территорию. Вот, я уже сейчас все сделал, но, допустим, наши заказчики, которые нас смотрят, это видео в основном для них, как отчетный материал. Для того, чтобы, допустим, сделать доставку, я не смог ее сделать вчера, потому что вчера вечером мне только выдали пропуск. Вот, сегодня мы сделали заявку для установки унитазов, для того, чтобы можно было технически сделать унитазы поставить для отвода воды и исправления там нужды. Вот. И только сейчас я заполнял заявки для того, чтобы 6 числа могли привезти уже материал. То есть я список материала подал, и 6 числа, ну просто в рабочий день, 6 числа с интервалом в 2 часа будут приезжать машины, и мы их будем разгружать и уже по непосредственно квартирам будем располагать. Так, ну что, побежали тогда это, посмотрим. Сейчас я пооткрываю, где что, в каком состоянии. Сейчас заму своему передам ключи. Вот, пропуск у него уже есть, и будет у него отдельная связочка. Ну все, пойдемте. Ау. Так, Серег, смотри, что здесь нужно сделать. Сразу краткий курс тебе для... Хорошо, солнышко, видишь? Именно в этом варианте труба без шумоизоляции с номером второй квартиры. Так, а где еще один? Я убрал, что ли, уже или нет? Нет, это я пристегнул. Я тебе дал от второй, а вот от третьего, Серг. Сейчас мы пойдем проверять, везде будешь. На. Так, все, а те ключи я оставлю на этом. Все, пойдемте в следующую. Проверяй. Прям можешь на связку их это. Кстати, я хотел бы обратить внимание, что здесь 4 лифта. Лифта, наверное. Не знаю. Мне приятнее говорить лифта. Ну вот. Так, смотри, серые контейнеры оплачены. Ну, очень замечательно. Да, причем никуда не придется нам это. Мусор здесь с этим очень... Да, здесь очень ориентировочно. Причем здесь цена, короче, 400 рублей за квадрат. Больше, чем на Посейдоне. На Посейдоне было 200. Нет, стой, все. Сюды. Открывай, проверяй. Прикинь, ну, а ты сразу с первого раза, это что-то это, блин, голова болит. Так, кстати, здесь вообще ничего нету, и здесь видишь, где будет это, по проекту, поэтому надо связаться с инженером, это моя ручка, она сдохла, вот, связаться с инженером и как-то это... увести, по-моему, в другую сторону или что-то с ним сделать. Ну, по проекту посмотришь. Перегородку вот здесь. Да. Ну, максимально сюда, чтобы увеличить проем. Так. Да-да, мы тут часто цеплялись. Вот ос носить, новое делать.
нельзя сносить только в 156-й, в первой квартире, потому что там, там по ипотеке, там нужно, чтобы человек от Сбербанка зашел и сделал все фотографии простенков обязательно. И только потом мы можем делать все остальное. Вот. Во всех остальных, как бы, они уже в собственности, поэтому, ну, скажем так, громко делать, что хотим, не будем. Вот, но будем работать уже сразу по проекту. Серый, у тебя будут, как всегда, все эти номера телефонов, все полномочия. Если есть вопрос, зачем я буду, ну, ты сначала будешь звонить мне, я буду звонить потом по инстанции, все. Если у тебя, ну, все полномочия есть, позвонить заказчику, представиться и сказать, что ты откуда, и все решать. Зато в самом низу. И опять же, здесь бетонные стены, все бетон. Ну? Эхо гуляет. А ничего, мы сейчас этих наставим перегородок, серых. Все, 6 числа уже начнем движняк. У нас получается унитаз и ванная, да? Да. Здесь будет это. Ну, у тебя будут все эти. Девочки нам это из проектного бюро, девочки нам уже помогли, и мы уже все сделали. Слушай, я вот сколько смотрю, короче, по отделке и бизнес-класса. Вот недавно у Мишки на канале там «Живи и радуйся», вот у него еще один канал. Вот, я смотрел бизнес-класса, там хоромы. Или вот возьми, к примеру, «Три богатыря», вот где мы делали, помнишь? Ты интерьер бизнес-класса? Здесь только фойе, полубизнес и все. Ну ничего. Да, наш оператор заставил еще это попрощаться, мы уже поехали в Дагомыс. Вы вернулись возле красивого вида пальмочки. Так что сегодняшнее видео, конечно же, для заказчиков, для отчетности. И что вас ждет? Для того, чтобы вы могли работать, скажем так, плодотворно. Потому что сейчас результат очень важен, особенно для начала работ. Так как мы здесь первые, мы можем с вами поделиться вот той информацией, которую сами владеем. Вот. А так как мы сейчас еще бегаем по граблям в основном, приходится, ну, по ситуации. Спрашивал мой заказчик Сергей Викторович, спрашивал, говорит, а почему нельзя сегодня начать? Вот сейчас как раз и отвечаю, почему нельзя начать. Потому что нельзя. Нам не дают организационные вопросы. И очень хорошо, слава богу, что мы смогли вообще это все сделать теперь 6-го. Заявка принята, 6 числа приступаем к работе плодотворно. Так что всего доброго, смотрите нас, задавайте вопросы, если нужно, мы поможем. Я уже говорил, что нужны будут чертежи, там, планировки, то есть мы можем дать номера девочек, оставить и отправить вас целенаправленно в проектное бюро, где будет за 5000 вы можете сделать вот эти проектные чертежи, которые нужны для управляющей компании. С этим мы тоже вам поможем. Все, пока-пока.